Как помочь огурцам, если желтеют листья? Одна из проблем опытных и новоиспеченных дачников, мешающих наслаждаться процессом выращивания овощных культур на огороде – пожелтение листьев у посадок и сопутствующие проблемы. В сегодняшней аудиостатье мы детально расскажем о том, как помочь огурцам, если желтеют листья. Пожелтение листьев у огурцов – одна из многих проблем, проявляющихся на посаженной культуре в открытом грунте. Сопровождается она пятнами коричневыми, сухими, желтыми, увяданием побегов, опаданием листьев, образованием коричневой каймы по краю листа и другими проблемами, которые впоследствии сказываются на самочувствии посадки. Для того, чтобы помочь огурцам, необходимо определить причины пожелтения листьев. Почему желтеют листья у огурцов? Переизбыток или недостаток влаги? Огурцы поливают несколько раз в неделю, от 2 до 4, в зависимости от погодных условий. Загущение посадки. Из-за плотной посадки и отсутствия своевременной обрезки внутренним листьям и побегам огурцов не хватает освещения. Грибок. Фузариоз, петиоз – это грибковые заболевания, которые поражают как поверхностную, так и подземную часть растения. Паразиты. Частыми гостями огурцов бывают паутинный клещ и белокрылка. Несвоевременные посадки и подкормки. Листья часто желтеют от отсутствия своевременных подкормок. Как помочь огурцам? Лечение. Профилактика появления заболеваний – лучшее лечение для огородников. Основные правила профилактики пожелтения листьев у огурцов на грядках. Соблюдение севооборота. Нельзя высаживать ежегодно на одном и том же месте. Запрещено высаживать после тыквы или кабачков. Регулярный полив и подкормки. При подсыхании почвы можно дополнительно ее мульчировать. Удалять сорняки, не оставлять скошенную траву. Подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Травяной настой, как самая эффективная подкормка. Опрыскивать огурцы при появлении листов от 2 до 4 раз. Раствором из 20 грамм хозяйственного мыла, 1 литра молока, 30 капель йода на 10 литров воды. В начале лета обрабатывать слабым раствором погашенной соды, столовая ложка на 10 литров воды. Внекорневая подкормка мочевиной. Триходермин от появления болезней бактериального характера. Что делать, если огурцы залили и начали желтеть листья? В случае неправильного полива грядкам огурцов нужно дать просохнуть какое-то время, затем вводить полив с учетом правок по режиму увлажнения. Аналогичное правило действует и для подкормок. Используя народные средства, можно восстановить состояние корней, побегов и листьев при разных причинах проявления пожелтения. Лечить грибковые заболевания нужно соблюдением температурных условий, влажности воздуха, своевременного полива. Обработка народными рецептами, фунгицидами и удалением испорченных частей. Летом особенно важно соблюдать правила для того, чтобы растение чувствовало себя хорошо. Народные средства – лучшее решение в борьбе с вредителями. Тля, клопы, медяница отлично удаляются с помощью травяного отвара. Яблочная плодожорка излечивается березовым дегтем. Педеница, почковый клещ, мучнистая роса и щитовки удаляются с помощью крутого кипятка. Бабочки и гусеницы убиваются раствором золы или измельченным сушеным перцем.